На наших вуліцах усё больш байкераў і мотацыклісты зараз пад асаблівым кантролем дзяржаўтаінспекцыі. У Мінску стартавала акцыя пад назвай «Пачні сезон без парушэнняў». З байкерамі праводзяць прафілактычныя размовы і нагадваюць правілы руху. Адной з галоўных прычын дарожна-транспартных здарэнняў па-ранейшаму застаецца парушэнне хуткаснага рэжыму. Госавтоинспекция настоятельно напоминает владельцам мототранспорта о своевременной подготовке именно мотоцикла к участию в дорожном движении. Мотоцикл должен быть исправен, он должен быть официально зарегистрирован в ГАИ и иметь регистрационные номерные знаки. Передвижение на мотоцикле разрешено только при использовании водительского удостоверения соответствующей категории, а также в мотошлеме. С початку сезона у Минской области в аварию трапили уже 3 мотоциклисты. А кто не корыстается шлемом, трымается за руль мотоцикла ти мопеда одной рукой, а так само не ставить ноги на подножки, могут отрымать штраф.